хожу на гимнастику. Я хожу на бодибилдер. Я сначала поднимаю штанги, потом ложусь и штангу вверх-вниз. Я даже забывала, что мы делаем там. Идем тренировка. Я могу носками до воды тянуться. Почти плавать научился уже. В тэквондо хожу, чтобы себя защищать. Самое главное – здоровье. Занимайся спортом, а то где слабым. Спорт – это здорово.